Если бы этого человека не было, его нужно было бы придумать. Евгений Мочёнов для рязанских мальчишек был не просто тренером, а, если хотите, вторым отцом. Многих ребят он увлек футболом и подарил им, по сути, путевку в жизнь. Как вспоминает сегодня сын Евгения Мочёнова, Дмитрий, отец был ярым болельщиком московского «Спартака», но на поле игровую модель всегда выстраивал свою. Футбол – это его вся жизнь была. Да. Он даже вот говорил, если не футбол, то я неизвестно бы, куда попал по жизни. Хорошо, что он столько воспитал для города Рязани, для России. И память о нем всегда будет. Жизни. Игровой и отдающий себя без остатка. Вспоминают о нем сегодня ветераны, те, кто играл вместе с ним в великой хайсановской команде. Те, кто помладше, говорят о безусловном тренерском таланте. Евгений Алексеевич Мочёнов был первоклассным детским тренером. Он имел талант воспитывать не только хороших футболистов, но и хороших, добрых, порядочных людей. В его команде не играли хулиганы. Таких просто не держалось в команде. Никто не курил, никакого гнилого слова не было слышно. Была строгая дисциплина, форма у всех была выглажена, резиночки под гетры были сделаны. И благодаря дисциплине, такому тренерскому таланту, его воспитанники, вы можете посмотреть, многие сейчас здесь, многие достойные люди в городе Рязани, спортсмены и просто добрые люди. Если же говорить о самом турнире, то в этом году команд стало 10, по 5 взрослых и юниорских, то есть 2 полноценных дивизиона. У мужчин все было более-менее предсказуемо. Явный фаворит, сам «Электрон», катком прошелся по всем соперникам. Полное доминирование. Именно этого когда-то на поле требовал от своих воспитанников Евгений Мочёнов. И своим тотальным превосходством «Электронщики», получается, отдали дань памяти великого для Рязани тренера. У юношей тем временем страсти разгорались нешуточные. Мальчишки на поле не щадили ни себя, ни своих оппонентов. При этом не забывая устраивать голевую феерию. Звезда, олимпиец, золотые купола. На поле рязанского «Локомотива» вышли сильнейшие юниоры области. Минимум разгромов, максимум самоотдачи. И в итоге вот эти ребята в тигровой красно-черной форме, первое, золотые купола, оправдали название. Турнир имени Евгения Мочёнова – это инициатива его воспитанников – Андрея Тишкова, Александра Макунина, Александра Кытина. Организаторы, кстати, собрали свою команду – «Торпедо Сам 83-84». В тройку не попали, но это уже не важно. Обычно так и поступают радушные и гостеприимные хозяева футбольного праздника.